В Саткинском районе пожар уничтожил деревянное строение и едва не случился взрыв. Пламя перебросилось на газопровод. Очевидцы вызвали пожарных, но к их приезду огонь перекинулся на трубы с голубым топливом. Газ временно пришлось перекрыть. Спасти заброшенный дом не получилось. Он сгорел дотла. Благо не случилось взрыва. Сейчас трубу проверяют работники газовой службы.